В этом году в Чистопольском муниципальном районе зафиксирован рост количества пожаров. Основными их причинами стали неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация печей. По словам Гусмана Гатина, виновниками пожаров чаще всего оказывались люди, находящиеся в алкогольном опьянении. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на территории Чистопольского района было зарегистрировано в 2014 году это 67 пожаров, а на сегодняшний день уже в городе Чистополь, Чистопольском муниципальном районе уже составляет 70 пожаров, 70 случаев возгорания. Возгорание в основном происходит в частных территориях, частных домовладениях, это бани, частные дома, квартиры. Ну, к сожалению, и присутствует тот факт, как и гибель людей по состоянию на 2015 год, и у нас составляет уже 5 человек. Вот, ну, по сравнению с аналогичным периодом, это показатель гораздо меньше. За декабрь месяц основной скачок произошел пожаров. Это связанное с частным сектором, с топкой бань, отопительными приборами, бытовыми электронагревательными приборами. Соответственно, хотелось бы обратиться к жителям Чистопольского муниципального района о том, чтобы соблюдали элементарные правила пожарной безопасности, как при топке печей, как и при пользовании бытовыми электронагревательными приборами. Необходимо отметить, что не всегда причинами пожара является неосторожное обращение с бытовыми электронагревателями. Последний случай показал, что нередки и поджоги. Так, недавно в Чистопольских Выселках сгорела летняя баня. Сотрудники МЧС установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог, из-за чего дело было передано уже правоохранительным органам. Приближаются новогодние и рождественские дни, и чтобы не омрачить себе праздничное настроение, сотрудники МЧС напоминают горожанам, чтобы были предельно осторожны при обращении с огнем, соблюдали элементарные правила пожарной безопасности в быту и на работе, а также при использовании пиротехнических изделий, которые можно запускать только в специально отведенных местах. В этом году это территория Скорятинского сада и Старый пляж.